Данный проект был начал при поддержке фонда Александра Борисовича Фельдмана совместно с психологами. Проект этот длится уже третий год. Проект называется «Забери детей с улицы». Первый год, когда мы работали с детками, у нас большая часть детей, которые участвовали в этом проекте, отказались от совершения правонарушения, они стали на путь исправления. Больше они не попадали, так сказать, в поле зрения правоохранительных органов. Второй год мы взяли немножко большую группу детей, было уже около 20 детей. И ни один из этих подростков, которые приняли участие в проекте, не совершил правонарушения. Вся уникальность экопарка заключается в том, что здесь та атмосфера, та возможность общения с животными, скажем, анималотерапия, которая, в принципе, не существует больше нигде в Украине. В парке уже в течение нескольких лет проходит ряд программ, связанных с медико-психологическим и социально-психологическим восстановлением и коррекцией различных контингентов детского и взрослого населения. Программа, которая реализуется под руководством опытных психологов и медиков, кандидатов и докторов наук. Все это действительно является уникальным опытом, который, так сказать, интересен не только Украине, не только странам СНГ, но и европейским странам. Такой комплексный подход впервые в мире мы обозначили как экотерапия. Смысловая нагрузка этого – возвращение человека в натуральную среду обитания и использование этой среды как мощный терапевтический, восстановительный и реабилитационный фактор.